В Твери отметили День защитника Отечества. В мероприятиях, приуроченных к 23 февраля, приняли участие губернатор Игорь Уденя, ветераны Великой Отечественной войны, руководство областной столицы, депутаты, представители духовенства, военные и общественники. Тему продолжит Наталья Чекет. Торжества прошли в разных местах областной столицы. У стелы «Город воинской славы», память погибших защитников Родины, все присутствующие почтили минуты молчания, а затем возложили цветы к памятнику. Основные торжественные мероприятия состоялись у обелиска Победы. Игорь Руденя возложил цветы вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. Иваном Афанасьевым, Иваном Кладкевичем, Спартаком Сычевым. По мнению Ивана Кладкевича, нужно гордиться, что у нас есть такой праздник. Что есть у нас прекрасная, большая Родина с большими укладами, с прекрасными людьми. Нужно гордиться, что у нас такие прекрасные люди. Поэтому все мы должны знать как свою историю, так и историю предков. В честь Дня защитника Отечества у обелиска Победы состоялся воинский парад, в котором приняли участие военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова. В едином строю по площади прошли курсанты и преподавательский состав. Каждый курсант выбрал благородную профессию защитника Родины. На плечах у будущих офицеров лежит такая ответственность, которая несравнима с ответственностью любой другой профессии. Ответственность за Родину. Далее все участники церемонии отправились к вечному огню, а затем состоялось возложение цветов к подножию памятника воинам-интернационалистам. Торжества в честь Дня защитника Отечества в Твери закончились праздничным салютом. Залпы гремели над городом несколько минут.